Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет в обзоре профессиональный набор инструмента от компании Джонсвей на 77 предметов. Код товара по каталогу S04H52247-7S. Набор на 77 предметов. Наборы Джонсвей — это профессиональный инструмент, который выдерживает высокие нагрузки, имеют также пожизненную гарантию данный набор. И еще один плюс — это взаимозаменяемые части набора, то есть, допустим, трещоточные механизмы отдельно вы можете приобрести. И также замки кейсом также продаются отдельно, если вдруг замок у вас поломался, хотя надо постараться, чтобы его сломать. Поставляется набор такой вот картонной упаковки. Важная информация на наборе — это пожизненная гарантия указывается, профессиональный инструмент. Указываются награды инструмента Джонсвей. С обратной стороны у нас комплектация набора и где набор изготавливается. Это остров Тайвань. Такая прокладка между крышками идет кейса, чтобы инструмент не дребезжал во время переноски. В наборе две трещотки, два рабочих квадрата, 1/4 дюйма и 1/2 дюйма. Трещотки силовые на 36 зубьев, длина трещотки по 1/2 дюйма у нас 270 мм, рукоятка резиновая идет, надпись на рукоятке Джонсвей. Имеется флажковый переключатель право-влево переключения, быстрый сброс головки и также фиксируется головка на самой трещотке. То есть одели и она у вас держится, пока вы не нажмете, не утопите кнопку до конца. Длина трещотки 270 мм. Здесь трещотки в данном наборе подлиннее. Обычно стандарт — это 250-255. Здесь трещотки удлиненные 270. Трещотка под 1/4 дюйма. Длина 140 мм. Также имеется флажковый переключатель на 36 зубьев. Молоток. Вес его 500 грамм. Длина 320 мм, ручка здесь деревянная, как указывается на рукоятке, это орех, и также надпись Джонсвей и номер по каталогу. Номер по каталогу — это есть каталог Джонсвей в электронном виде или бумажном, и по этому номеру вы можете найти данный молоток. То есть это указывает, что наборы оригинальные. Почему мы постоянно говорим о номерах и указываем, что написано на головках, это подтверждает оригинальность набора. По этому номеру можно найти данный молоток в каталоге. Две свечные головки 21 мм и 16 мм. Внутри имеют резиновый листа. Весь инструмент подписан. То есть, если это удлинитель, на кейсе написано 1/2, 250 мм и что лежит в данной ячейке. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Можно подсоединить сюда трещотку, есть такой квадрат сверху, или, допустим, вставить сюда вороток. Получаем такую конструкцию. В зависимости уже, где вы будете применять. Применяется отверточная рукоятка с адаптером. Вот такой адаптер подбитый есть. И наборы бит. Общее количество бит 18 штук. Они извлекаются из набора, в таких вот пластиковых боксах идут. Биты есть здесь торкс, есть шестигранные, шлицевые и биты крестовые. Получаем отвертку. И также вы можете применять ее с головками под 1/4 дюйма. Это для труднодоступных мест, можете подлезть, где недоступны трещоткой. Далее удлинители. Под 1/4 у нас два удлинителя, 150 мм и маленький 75. 150 — это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Под 1/2 также два удлинителя, 250 длинный и 125 мм. Также, видите, номера есть, в котором вы можете найти удлинители в каталоге Джонсвей. 250 мм удлинитель также можно применять как Т-образный ворошок.
дожимать, там, срывать гайки. Этот адаптер можете также использовать для перехода с 3/8 на 1/2 дюйма. Или использовать головки из набора. У кого есть отдельная трещотка. Два кардана под 1/4 и под 1/2. Карданы здесь на винтах. Тоже плюс, потому что они будут разборные. Набор Г-образных ключей шестигранных. Три ключа. И теперь к головкам. В наборе шестигранный профиль. В наборе головки короткие и длинные. Но длинных тут 4 штуки. Поэтому кому нужен дополнительный набор длинных головок и часто работаете, то придется докупать отдельно еще головки длинные. Нету здесь также головок Торкс. 1/4 дюйма у нас здесь идет 9 головок. И под 1/2 дюйма у нас 13. По размерам самая маленькая у нас в наборе идет. Начнем с 1/4. Это 4 мм головка. И самая большая под 1/4 дюйма у нас 12. 1/2 дюйма 12 мм. Самая маленькая. То есть 2 головки имеем на 12. И 32 мм. Самая большая головка. Вес головки 227 грамм. То есть тяжелая. Ну и надписи. Опять же Джонсвей. Номер по каталогу CRV. Это материал затопления. Хромванадиевая сталь. 32 мм. Посередине головки имеется такая вот ребристая насечка. Сверху глянцевое покрытие защитное. И снизу идет матовое. И головки также подписаны на кейсе. По размерам. В верхней крышке у нас набор комбинированных ключей. Идет общее количество 8 штук. По размерам 8 мм самый маленький. Потом 10, 12, 13, 14, 15, 17 и 19 ключ. Плоскогубцы и клещи. Клещи у нас 340 мм. Это переставные. И плоскогубцы здесь идут 200 мм. Рукоятка пластиковая накладки. Вот внутри. Инструмент защелкивается хорошо в верхней крышке, даже клещи вот с трудом. Это хорошо, потому что инструмент не будет выпадать у вас. И отвертки. 5 отверток у нас, 2 шлицевые. Они идут красные. И идут крестовые, синие. Тут на рукоятках надписи Джонсвей. Номер по каталогу также отвертки имеют. И размер самой отвертки шлица. Материал здесь резина, но тут скорее, да, больше похоже на какой-то силикон. Знаете, силиконовые такие накладки есть, ну что, когда трогаешь, тут вроде и резина плотная, но приятная на ощупь такая. 5 отверток здесь. По комплектации все. Кейс состоит у нас из 2 частей. Визависа, видите, соединяет 2 части кейса. Запирание на черные защелки пластиковые. Пробуем закрыть. И инструмент весь держится хорошо в верхней крышке. И теперь закроем набор. Закрывается без лишних усилий. Вот, все легко. Качественный пластик и крышки хорошо прилегают друг к другу. Надпись Джонсвей идет на верхней крышке. По габаритам ширина 46,5, длина 34 см, высота кейса 8 и вес 7,7 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Приобретайте наборы в нашем интернет-магазине и получайте хорошую скидку при покупке. Спасибо, до свидания.